Привет, девчонки, меня зовут Инна. Сегодня будем переделывать маникюр, который я делала вместе с вами. Красный маникюр с красной втиркой. Вот так вот он относился. Большой ноготь потерялся. Прохожусь антисептиком. Смена старого покрытия у нас затянулась, потому что она сломала большой ноготь. И мы ждали, когда он срастет немножко, потому что сломала высоко. Было больно, болел он. Сейчас уже немножко срос, поэтому мы переделываем. Керамической фрезой с красной насечкой снимаю старое покрытие. Была у меня эта фреза в одной из предыдущих распаковок. Фреза мне нравится. Гирлакс ей снимать нравится. Она мягко, плавно снимает. Это не мастер-класс, я не мастер маникюра, я самоучка. На курсы я не ходила, я ходила только на мастер-классы и вебинар покупала. На курсы собираюсь, но пока не ходила на курсы. Вот так вот выглядят ногти после снятия старого покрытия. Алмазной фрезой, простите, пламя с синей насечкой. Буду прочищать птериги, приподнимать кутикулу. Фрезу взяла, но вспомнила, что я не прошлась. Не приподняла кутикулу, поэтому взяла апельсиновую палочку, прохожусь. Апельсиновой палочкой приподнимаю и убираю то, что мне поддается. Фрезой прочищаю сначала одну половину, потом вторую половину, переключаю вращение фрезы. Этой же фрезой убираю немного гирлак. Кстати, девочки, я озвучиваю видео на микрофон, который был у меня в предыдущей распаковке. В общем-то, звук с ним стал лучше, чище, что ли. Но с ним лучше, чем без него было у меня, я скажу так. Но я у него слышу писк, треск или шипение. Оно не громкое, но я его слышу. Так что пока буду пользоваться им, а позже потом куплю микрофон получше. Ну и вот он, наш страдалец большой. Фрезой я уберу здесь остатки старого гель-лака и чуть-чуть пройдусь по отросшей части пилкой, совсем слегка. Он у нее уже не болит, но вот когда она говорит, когда я снимала покрытие, то она чувствовала фрезу. Повышена чувствительность там у нее. Не хотела вообще выкладывать это видео, потому что здесь у меня беда со светом. Я тут поставила другую лампу. И она мне все зажелтила. Обезжириваю. Подставила форму, наношу праймер бескислотный. Он сохнет на воздухе.
большую часть из видео повырезаю, потому что там совсем, ну, совсем плохо было видно. База каучуковая Масура. Наношу тонким слоем ее. Отправляем в лампу и взяла прозрачный гель Яяш. Сначала сделаю тонкую подложку. И почему-то мне захотелось сегодня взять вот эту вот тонкую кисть. Я ей замучилась выкладывать. Тут я вам чуть-чуть покажу начало. И все. Просушили. Снимаю форму и еще вторым наношу второй слой геля. А потом уже будем опиливать. Тут я уже взяла кисть лепесток. Не стараюсь выкладывать ровно, потому что я в любом случае буду делать опил. Без опила я не умею. Я вам тоже покажу только часть, потому что будет плохо видно, и я буду уходить из кадра, поэтому вырежу. Гель этот печет в лампе, нужно вовремя доставать лампу, только почувствовали тепло, сразу вынимать, переворачивать. Снимаю липкий слой и опилю. Поменяем мы форму на миндаль, как я уже сказала, по-моему, в начале. Опилю и форму, и пройдусь по поверхности. Тут я посмотрела, длина какая у нас там на большом пальце другой руки. Длину мы чуть-чуть убрали. Вот что у нас получилось после опила формы. Ну и где бы вы такое еще увидели, как не у меня? Клиент сам себе срезает кутикулу. У нее кусачками ловко получается срезать ее. Она ее быстренько срезала. И вот они, наши ногти после среза кутикулы. Гель-лак Fiore. Фиолетовый с блестками. На все ногти я уже нанесла ту же базу Масура выравнивающим слоем. На мизинце в один слой уже нанесен этот гель-лак. Он у нас будет на мизинце и безымянном. Она мне говорит: мам, ты сейчас долго будешь сидеть с шариком срезать мне. Давай я сама быстро кусачками. Давай. 111 Fiore фиолетовый. Сегодня у нас фиолетовый маникюр. Там был 505. Тот, что на мизинце и безымянном. А здесь на всех трех ногтях будет фиолетовый. Красивый плотный оттенок. Нанесу его в два слоя. Наношу второй слой.
там я тоже вырезала, как наносила второй слой. Чуть-чуть подровняла у кутикулы кисточкой. И топ без липкого слоя от Fiore перекрываю им. Кстати, вот этот топ на моих ногтях, как носится, мне нравится. У меня на правой руке любые топы затираются. Потому что я домашние дела делаю без перчаток. Я редко одеваю перчатки. А вот на левой руке вообще блеск держится. Шикарно. Ну и вот что у нас получилось. Там папаня подставляет свою руку. Вот видите, на видео у меня желтое, а в фотографии я вам вставлю. Вот это тоже видео. Это мы с ней фотографируем руки. А здесь уже картинка более-менее, но тоже желтая. Всем спасибо за просмотр. Вот фотография белая. Простите за качество видео. Всем пока.